граните. Похищен там охотник, храните длинцы доблестно суд завтра. Любовь и пылкой жрица он любил, грезит каждой встречи с ниякой. Но жрица Юрий жарким чувством воспылал, заполучить решила там охотник. Ночи, попав во вражеский капкан, хранитель был под властью вражеским оковом. На утро обнаружена пропажа. Итак, Канам, покой жрицы, обсуждение кражи. Позавтракать забыла? Это ж надо. Сегодня было съедено с утра две чашки риса с овощами, чашка супа, картофель жареный, пирог, компот и... Хватит, хватит, доктор! Теперь мы говорим о важном. И половину списка я не огласил. Но где же мой друг сердечный Томахомы? Может, он был съеден? Я даже знаю кем. Точно сегодня завтрак пропустила. Давайте ссоры прекратим, однако. Ведь шутки шутками, а время-то идет. Здесь маги с Элли побывали ночью. Я ощущаю кипь темнее черного, однако. И полагаю я, однако, Томахома был похищен главой с Элли, жрицей Юи. Похищен? Вперед! Один за всех! Попридержи коней, красавчик. О, пленок на помине, дьявол во плоти, исчадия. Слушай, может мы начнем на них тебя и ты? Таски пише, здесь Кирика, а он еще ребенок. Мне скоро будет 18, лет так через 5. Ничем туда, и я хочу все знать. Уж лучше эту часть тебе не познавать. Ну легко, мой друг, на что Махома был похищен? Коварными хранителями с Элью. Да, я наслышан, ведь вы так тихо говорили, что не услышать я не мог. И что же делать нам? На нервах я вся извелась и проголодалась. Опять? Идея у меня, однако, в клуб пройти, однако, надо незаметно. Внимание отвлечь должны у стражников у входа мы, однако. Остальная часть пройдет в покое жрицы Юи. Пусть на реку девица облачится и привлечет внимание стражи. Ведь он хорош собой, однако, словно император. Немногим с ним дано сравниться. Девица? Из него? Лицом он вышел, но стать его повад. Да я тебя сейчас. Все решено. Идете оба. И так ты тоже будешь ты девицей. Вдвоем уж право. Как-то веселее. Правда? И будет лишний повод подружиться. Нет! Только не розовый. Я ненавижу розовый. Сузанна воплощает вам свою жизнь. Канами, где встречает нас события, а в это время в кутал Томахомы пытается весь день опохмелиться. О горе мне! Во блажеском плену я. Я помню лишь упал, очнулся здесь и больше ничего не помню. Вчера я вроде бы не пировал, и хоть сокалилась рекою, я все же меру знал. Наверное, может быть, не помню. Все это из цели. И прощу коварство я, жрица Юи. Как она могла меня лишить возможности и счастья, с любимой мягкой видаться, мой пирожок, моя Джульетта. А кто все это? Лучше о мягке. Мой милый Томахомы, я твоя Джульетта, а ты Ромео для меня. Я для тебя могу быть только мавром. Молилась ли ты на ночь, жрица Юи, поскольку близится момент моей расплаты? Ты смеешь, госпожа, с вами все в порядке? Да, Тома, не нужно переживать. Ах, вот вы как! Да я повешусь! На чем? На собственной косе! Ну, как же быть, проклятая мяка? Хоть Томахомы здесь, со мной, а мы займем с ней. Все как-то скучно и неинтересно. Совсем не то, чего я ожидала. Тома! Да, госпожа, я чего изволите? Мне скучно, развесели меня. Хотите никто? И да. Нет, станцуй мне. Я вынужден признаться, не умею. Научишься здесь и сейчас. На нас напали. О, наконец-то! Хоть повеселимся. Страшно. Фу, госпожа сегодня не в духе. Но я забыл преподнести ей подарок. Ванная бутылка я. Она лишь капля врага священной жизни. А во второй... Дома!
Да, моя госпожа. Иду, иду. Оставлю здесь, пока и для сохранности. Сегодня как-то скучно, не находишь? Да, не души на горизонте. Нет, я вижу пару человек. Да это женщина, братишка, вот подфартила. Не может быть, тебе принято. Откуда женщина в такой глуши? Смотри! Да, точно, женщина. И может быть, мы оба грезим. И может быть, под действием того отвара и страха, что матушка вчера давала. Стой, кто идет. Мы просто странники, мы две девицы. Позвольте нам пройти через границу. Запрещено, велели никого не пропускать. Братишка, не будь занудой. Сделай паузу, у нас здесь целый твикс. Чего же мне делиться, та, что формами одарена? Делай, что хочешь, я все равно люблю мяку. Я тоже, знаешь ли, от жрицы Юи без ума. Да ладно вам, любовный квадратик, однако. Так вы нас пропустите? Нет, увы, не велено. Ах, да? В одной бутылке я. Но коли я лишен свободы, то не достанусь никому. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. Смириться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление? В смертельной схватке с церемонией где покончить с ними? Умереть, забыться. Вы Гамлет? Ну как, сердечко не шалит? Не беспокоит? Да нет, со мной все в порядке. Проклятые часы спешат. Ну что ж, вы продолжайте тут, а я тут постою в сторонку. Подожди. Нет, это телефон. Нет, айфон. Да, смерть на пробе. Офелия уже добилась. Сейчас за ней приду. Простите, ваше время не пришло. Пока я удаляю. Да ну вас! Прощай, мяка! Мой милый Тамахома! Однако, мне кажется, или Тамахома мертв, однако? Тома, что ты наделал, бедный Тамахома? Просила ли меня развлечь, но это чересчур. Но, госпожа моя, не виноват я. Что он в руке сжимает? Это пузырек? Он выпил все и мне никак не оставит? Ах, негодяй, подлец! А так охота пить, ведь я недавно только подкрепилась. Ах, что же я сейчас, мы не об этом. Это был я, он на его губах. Тогда его я в губы поцелую, вдруг он очнется. Нет, зуба бежит. Кого я тешу? Такие теплые, как будто он живой. Не может быть. Быть может, он жив. И сердце его бьется. Но как? На пузырьке наклейка яд. О, нет, я понял. Тома? Я объясню. Моя ошибка. В одной бутылке яд. Другой подарок столетней выдержки саке. И видно, перепутала я наклейки. Какое счастье! Какое горе! Я так хотел попробовать его. Ох, голова! Рассола не найдете? Мяка? Все? Но как? Я знал, что Тамахома слабоват к свердлому, но чтоб настолько, однако. Любимый, ты жив, как я счастлива! Моя Мяка, будь моей женой! Простишь ли ты меня, Мяка? Да, если будет дружка, это на нашей свадьбе. Могу вас обвенчать немедленно, однако. А я на дудочке сыграю. Итак, достопочтенная Мяка и славный Тамахома, согласны ли вы беречь друг друга в любви и радости, в несчастье и печали до тех пор, пока смерть не разлучит вас? Вспоминали? А я мимо проходил, решил заскочить на праздник. Почему? Я так проездом. Итак, согласны ли вы? Так, я сходен. Так и да. Так объявляю я вас мужем и женой. Целуйтесь, однако. Может, и мы сыграем свадьбу? Ты что, с ума сошел? Я же мужчина. У каждого свои недостатки. Нет, нет, спасите, караул, смерть, забери меня с собой. Да ладно, я же пошутил. Я только императора люблю и себя, ведь я такой прекрасный.